Все, пошел, пошел. Кстати, он через стекло убивает, будьте внимательны. Они прыгают. Нет, не умер. О! А я? А чё я? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Подлючка, Форум, Гусанек, Профит, Угабуга, Фриз, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Как вообще здравствуйте. Всем привет. Вы уже поняли с названия, что сегодня у нас будет реалистичный Абунга в просто гигантском лабиринте. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, разбегайтесь, потому что сейчас я им включу искусственный интеллект, и они все резко начнут бежать в лабиринт. Чинг, чинг, все, движ побежал, ребята. Кто первый умрет, тот лох. И давай, Дима, умирай, как всегда. Не, я твою привычку брать не буду, это ты умираешь, ага, у нас обычно. А будешь. Я уже в лабиринте, все. Моя цель добежать до вышки. Так, возьмем монтировку в руки. Мы уже на вышке. Чтоб видеть, кто первый умрет. Кто у нас? Лёшаря! Дима, Лёшаря! Не, я не лошара. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайкосики, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд, у нас уже 43 или 44 тысячи участников, поэтому у нас всегда весело и прикольно. Заходите, не пожалеете, вас там забанят. Ой, там есть с кем пообщаться. Есть! А кто умер? Сталкер. Сталкер, дурак что ли? А, так сталкер это же внизу NPC стоит, это же не то. Ага. Так, отлично. Мне кажется, надо еще ставить, да? Да. Ну, не знаю, давай. Ну, во, есть, заварной кофе. Лох. Лох. Лошара. Еще сталкер умер. Это Дима, что ли? А, это не Дима. А какой у меня скин? У меня скин охранника. Охранника. Полицейского. Еще один сталкер. Так, пацаны, я сейчас, короче, забегаю на вышку. И еще ставлю штук 10-30. Только не с нами рядом, пожалуйста. Заварной кофе, хорошо. Ты что, сегодня решил один умирать? Да я ж только заспавнился. Такой звук прикольный, когда ты сказал в игре и так. Дима, мы ждем, мы у нас тут на чаепитие. Ну все, пацаны, обратите внимание, что я их уже поставил очень много штук. Ой, а мне страшно, сейчас уписись. Короче, 20 штук, а то я, наверное, 30 поставил. Смотрим, должны подниматься, по идее, к нам сюда. Все, пошел. Кстати, он через стекло убивает, будьте внимательны. Они прыгают. Нет, не умер. О! А я? А чё я? Ой, как я жестко ударился. А заслужил. Да, ребята, я поддался, на самом деле, специально, чтобы они выиграли. А я на этом. О, Гусанёк, ты тоже слился. Это хорошо. А я живой. Ой, не долетел. Так. Нет. Я представляю, что сейчас я где-то встречу Абунгу за углом этого лабиринта. Это будет очень сильный испуг. Надеюсь, я его выдержу. Профит слился. В конце ролика, ребята, мы посмотрим, кто больше всех умер, а кто самое меньшее. И у нас будет первое, второе, третье место. Нет, у нас будет первое, последнее и второе. Во. По старой схеме. Ладно. Я буду первым, говорю сразу. Ну вот на этом месте трогает. С вами как раз и узнаем. Ага. Да, расскажи. Тебя убили. Блин, он на голову мне прыгнул, представляете? Просто на голову. А! Придуши. Я живу. И, блин, а! Ох, как все начали умирать, ребята, ну что? Обязательно влепите лайкосик, чтобы ролик попал в тренды. Чтобы больше всех людей поржало, как мы все сливаемся. Так. Идет так. Жестко. О, знаете, что мы сделаем? Надо в этом ролике придумать какую-то загадку, и кто в комментариях ответит, тот попадет в начале ролика. Пацаны, кто знает классную загадку? Висит груша, нельзя скушать. Никто. Ну, я понял. Груша. Ты вообще, я испугался. Так. Я, ребята, на следующий ролик подготовлю очень классную загадку. Я, может, сейчас во время ролика еще придумаю, а что-то я вспомню. Могу рассказать загадку. Рассказать загадку? Я. Она смешная, да, еще? Что приходит, не приходя, и уходит, не уходя. А, это ты мультик, да? Я смотрел этот мультик, я знаю отгадку. Ну давайте, ребята, кто ответит на эту загадку ответом правильным, попадет в начале ролика 100%. Могу еще свою сказать. Ну давай. Они не могут загуглить. Значит,
если бы вы родились 10 лет назад, сколько бы вам сейчас было лет? А, это дефолт. А, я, кстати, тоже это знаю. Да. Не, если даже они загуглят, ну там могут неправильно ответить. Не, ну у нас же такая фишка, что должен первый ответить. То есть, кто первый это сделает, я же буду смотреть по времени. Там же будет написано час назад, там 10 минут назад. И кто первый ответит на загадку, что уходит, не приходя и уходит. Уходит, не уходит. Как там загадка была? Абунга! Что приходит? Кайден на YouTube от Димаса. Не приходя и уходит, не уходя. Не приходя. Это я. Ой, блин, умные люди собрались. Давай, иди сюда, я тебе дам руку. Иди, подойди, подойди. Кстати, Дима, а я ж теперь жесткий паркурщик. На тебе ногой хочу по башке дать. Ладно, рука не дается. Гусь, Санёк, побежали. Дим, не хочешь потрогать меня за хвостик? Какой гвоздик? Да у гусей вечно хвосты обосраны, извини. Твой хвост обосраны, трогать не буду. Лапку потрогай, лапку. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы наши ролики смотрите и немножечко даже улыбаетесь. Ай, блин, не допрыгнул. Ой, умная булка. Дима, давай ногу дам. Не, не надо ногу. Я слышу Абунга. Блин. Ну все, вот сейчас я дойду точно до башни. Смотрите, ребята, это идет профессионал. Все, никто меня не убьет. Какой? Смотрите. Давай, не доходишь, лох. Все, да, согласен, да, давай, не дохожу, лох. А надо прям подняться на башню или просто дойти? Да. Подняться. Может, давай дойти, давай дойти. Прямо давайте дойду, потому что находится хотя бы быть наполовину лохом. Ох ты ж. Так, отлично. Я уже ближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, помогите, там абунги за мной гонятся. Мне страшно. Ого, они прыгают. Они прям жестко прыгают. Форум, а ты как туда попал? О, Гусанёк, а что ты тут? Через вышку. А, ну, а я тут бун. А, бегите, бегите, глупцы. Я до башни добежал, все, я не лох. Я добежал и прям коснулся ее. Ай, блин, прикольно. Так что, пацаны, я не лох. Хорошо. Не рассказывай. Ты сказал, что ты все вынесешь, на запись я увидел. Так, все, беги, беги. Ну ладно, ты наполовину лох. Спасибо. А, ну хорошо. Ты что ты сделал? Ну извини, вот, вот тут по прямой чисто бежите и прыгайте, и все, и тут башня сразу будет. Их слишком много у башни. Ух ты, вот это подача! Красиво, вы видели, как я подлетел высоко? Да, а ты куда летишь? Все. Сразу в стратосферу. Это просто невозможно. А их и пригвождать, да, нельзя, я так понимаю? Нет, я даже не... Нет. Вот. Да я проверял, я тоже знал. Ага, расскажешь. Ай, блин, не допрыгнул. Дима вот так упал. Споткнулся. Все. Бежгу. Бежгу. Бегишь? Бежги. Бежги, бежги. Дима, ты еще скажи, что ты всех победишь. Побежу. Победю. Нет, расскажешь, расскажешь. Так. О, Дима, посмотри назад. Испугался? Ну, давай, отходи. А знаете, какой все-таки дать? Плюс этого Абунги? Какой? То, что он учит нас битбоксить. Ага. Ой, Дима, Это жесть, просто жесть. Вдвоем умерли. Красавчела. Дима, сюда, быстрее. Пацаны, еще ставить? Да. Давай. Да, давай, давай. Я сейчас. Прямо возле башни. Ой, подождите, они что-то зависли. Надо. Я думал, вы меня сейчас просто подставишь. Много. Мне зачем такие подарки? Ну что, ребята, штук 60-70 я поставил. У меня ж немножечко начало подлагивать, если честно. У меня тоже. Чуть-чуть. Да блин, я не могу, это вода. Отлично. А! Ты что делаешь? Я на вышке. Короче, пацаны, я на вышке. Дима, а все, моя базука улетела. Дима, это я по тебе стреляла. А, да? Ну все, я тебе запомнила. А, ты просто так меня стрелять начал. Эй, да перепутал, просто на пулях было твое имя написано. Ладно. Да кто? Прощайте. Yes. А че у вас так много? Куда вы так? Вот это жесть, ребята, их доставил. Так, все, прыгаю в лабиринт и попытаюсь убежать. Да ё-моё, даже секунды не прожил. Все, пробую.
Эй, помогите! Помогите! Ай, блин, он ждал меня на входе в лабиринт. Вот мне так же было только что. Да, какие они? А он этот... Ой, соскользнул. Как, да, ну я сказал отойти. Бегу. Постараюсь убежать. Плохой. Они сзади. Так, где Дима? Выслеживаем Диму. А зачем я тебе нужен? А где эта перхоть бегает? Чешуя? Постреливать будем. Перхоть. Дима, давай я фото на тебя. Где эта чепуха? Дима и так бедный умирает. Я не буду на последнем месте. Я думаю, что кто-то другой будет на последнем месте. Я буду первым. Кофе не это мы как раз и узнаем. Узнаем, я буду первым. Все, я уже хорошо прям убежал. А! Блин, да так, блин, сердце встанет. Вот это оно жестко мочит. Просто нереально. А что я сразу? Бегу. Эй, быстрее, они сзади. Ребята, сзади. Сзади. Я стреляю. А, соскользнул. Вечно, когда начинаю переживать, падаю в лабиринт. А тут же есть еще второй в лабиринт. Ну там вообще жестко выживать. Ух ты, вот это уклонился, вы видели? Это было просто по красоте. Уклон от бога. Ну пинг. Пинг? Пинг. У меня пинг. Я удаляю, я немножко поудаляю сейчас, ребята. Ой, извини. Я штук 15 удалил. Ну их очень много. Ну и так нормально, мы ж так любим выживать, чтоб страдания и боль. Упал. Я упал. Все, прощайте. Все, я выживу. Да, они даже за мной не идут, смотрите. Ой. А ты к башне пошел, да? Я пошел в одно место, я не буду его называть. Меч убери. Тут подними Димку и кто-то. Ай, кто стреляет? Ой, а че у меня белый экран так сделался? Это флешка. Все, ускоря... Да сколько можно? А, где там Дима? А вы что, хотите меня убивать? Ну да, есть немного. Да блин! Дим, ты пока что на последнем месте, это хорошо. Я? Да, посмотри. Нет. Я? Втыкал. Так вы поехали по бортикам, конечно. И что? Я немножко удалил еще их. А ё-моё, я вечно падаю с этого лабиринта. Как на краешек падаю, как будто нога скользкая в солидоле. Вечно соскальзываю. Почему так физика сделана, непонятно. Она в мыле. Пятки в мыле. Мыльная просто. Нога. Да-да-да. Тебя можно убивать? Ну если ты это или сделаешь... Да... Ну давай, попробуй, увидишь, что я тебе потом сделаю из-за этого. Давай. Подожди, меня залагало что-то. Ну все. Я вижу, Дима бежит. Я уманал, я лучше буду по низу идти, чтобы вы меня не убивали. А я тебя вижу, кстати. Он сзади меня прям. Ах! Ну ё-моё, ну как выжить? Они очень жесткие, ну прям нереально. О, не надо палять, не надо, я хороший. Ай, помогите! Они мечи используют, конечно, ребята. Вот так, конечно. Да, убили. Вот так, да? Вы хотите, чтобы я был на последнем месте, да? Нет, слой гуси. Нет, только без ядерок. Не, ядерку не буду кидать. Зачем мне ядерку? Я другое кину. Давай. Как всегда, по словам, маленькая. Нет, Дима, только не она. Да, это небольшая бомба, она маленькая. Где? Да знаем мы. Да. Зачем нам такой подарок? А вы хотите, чтобы я был на последнем месте? Я не дам этого сделать. Низ. Саня, отстань. Что ты меня трогаешь? Нифига себе, не отлетел от бомбы. Заслужил. Ты зараза. Саня. Вы что, меня снайперка решили отстреливать? Да, мы тебя будем отстреливать. И не только. Все, хорошо. Пацаны, это вы сейчас зря делаете. Вы понимаете, чем это может закончиться для вас? Дима, так это я делаю. Меня... Он ядерку возьмет сейчас. Трави. Нет. Он не сдержит ядер... слово. Я обещаю, что ядерки не будет. Саня, ты меня бесишь. Да ты задрал. Наспавню с той... Ой. Ой. Чё? Не попал. Ой-ой-ой. Попал. Зарал. А вот теперь попал. Да ну. А вы что хотели, ребята, убивать меня? Не. Полетели. Ага. Сейчас идем, Дима, не переживай. Вот ты офигел. На пробел ставил. Нормально, пацаны. Все сбывается, как и должно быть. Ну все, тоже взрываем ядерки все.
по-прежнему на последнем месте. Да. Так, смотрим, кто у нас на последнем месте. На последнем месте у нас гусь Санёк. Да. Ладно, пацаны. В этом ролике я проиграл. Знаете, почему проиграл? Потому что я тебя убивал. Нет, я поддался вам. Я хотел, чтобы хоть в один ролик, в одном ролике. Вот так, хорошо. Последнее место занял я. Первое место занял Фриз. А второе... Нет, а что Фриз? Нет, Угабуга, читер вонючий. А второе место занял... Фриз не считается, он по бортикам бегал. Ну ничего, главное выживать, а как это происходило? Читер. Правил-то не было у нас. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Да летит. И там еще миллион. Еще, еще. Все, прощай, Гаррисон.